порадовать на полную геху. Так, камень. Да, из локала. Ну, камень не закроет, да. А, не, не так. Я-то думал, когда Шансунг себя похилит? Когда вас, блять, отхилаю. Он ШП, не мешаем, он дома. Вообще-то, вообще-то друид. Да я говорю, я не спекнулся в хилой. Ой, это есть прожимка какая-нибудь? Нет. Без Т4. ТДС. Походу испытываете, да, меня? Блядь, сможешь ли ты в одного хила? Чтобы я что-то поиграл. Последний раз, когда Лачузан хилил, блядь, этого тупого соло, блядь, ему дали ебан. Живите, суки! То есть я сейчас за голду только согласится. Кидаю флешки. Только ресните сначала, а потом пуляйте. Да ладно, я полежу чё. Полезу, да? Блять, у кого-то есть эта хуйня снятия шкур, блять? Бля, у меня нету ножа. У меня есть профессия, но нет ножа. Блин, то же самое. У меня есть с собой нож, кому дать? Ну не, мне, мне, нежный рок. Нежный рок. Не, давай, она еврей, она заедет. Я посимпатичней. Я хоть живой. У меня тоже финка на столе лежит, приезжайте. Пока верни мне его, он мне нужен. Так ты где? А чего, куда пошли? Давайте еще одного. Блин, где он? Сука, я точно куплю нож, блядь. Алиса, мы сейчас еще уже одного убьем. Нож отдаёт. Только не говорите, что Робби сняли ловушки, нахуй. А что, надо было? Не. Ну и все тогда. Ебут. А, все нормально. Снизу-то ловушки этих бабуинов, ладно. Сверху вроде. Фарм боешь. Трэш, не забудьте напулить, пожалуйста, потому что сорвете, и кто-нибудь точно сдохнет. Да тут некому звать надо. Ага. Сказал вар, который, блядь. Нормально, все под контроль. Я умею стопить. А, я забыл. Опа. Мастер, есть гнев небес? Юза, если есть. Когда? Есть с холстом. Спасибо. Ну, топот тоже пойдет. Че там? Чапка. И к рукаву. Кабачку. Нет, нет. Даю. Хуичковую, а, блядь. Приятного аппетита. Опа. Ранг не взял. Надо подкаст. Стан, дайте кто-нибудь подкаст, не сейчас. Ебут. Нас били нахуй, серьезно? Нет, он не сбивается. Но он перестал каститься. Ну, и она все равно кастанула. Нет. Да. Да-да, кастанулась. Кастанула. Все в мод включу, видишь. Просто, ну, написано было, добивайте. Что сбилась. Не, не, секунду. Пошлите мелко убьем. Сука, где мой нож, блин? Одного. Мастер, направо идем? Налево. Какое право, блядь, вы видели ДПС? Проебять квест хотите, на? Нихуя блять, себе. Сначала переснули, нет? Нихуя себе. Так, иди. Блядь. Где Войд? Где спал, что спал, блядь. А это с какой стороны ловушку активировал? Слева. Где спал? Какой добровой с ним? Стоп нахуй, не объясните, куда пошел. Вот так вот ходят как-то бухие люди, да? Блять, ну мы чё? Нет на полу. У меня есть. Не бейте пока, остановитесь. Дочь самурая, остановись пока. Я дал на пол. А вроде как на поле. Ну нормально.
ты на ком-то это? Нихуя себе, мне написал ДК, лесби, ну, по ДК. Да давай бей, блядь, пока твоя воля прокнет, блядь. Лесби, я знаю его. Нормальный такой тип. Забавный. Говорит фул, кроме джайна, нормально. Не люблю ДК, но похуй, блядь. Он был в этих, в претендах, потом в Асгарда съебался или куда-то в... Это кто вообще? ДКшник? ДК. Поставьте групп, блядь, жлоб. Понятно. На туре, блядь. А чё вы лут-то поменяли, я чё? Лентушку хотел спиздить на втором. Да сначала. Чё-то я там это понял, что хуя не боешься. С Джайна упадёт нормально всё. Ага. Две. Кстати, у меня вопрос, а кто, допустим, на принцах будет бить сферки? Ну, кинетику. Шансонка. Мы поем на принцов. Как тебе такая многоходовочка? Ну я бы вышел тогда из игры. Расчарджусь на них и все, бля. Бля, хотя мне принцы тоже нужны. Там меч падает. Итак, рыбу встану. За алых. Полрепак обновили. Ой, тут как, по 9? Или мы еще пока слабенькие? Угу. 10? Нормально, блядь. Нет, 10 это, по-моему, смерть. Пиздец, я спрос. Улихайл Лилуш, ты где, на? Дайте квест сделаем, мне на покой. Подождите, дайте до 40 секунд, я припод поебу. Как нахуй? Тыкнул на него. А ты что, на армор припота не пьешь? Нет, конечно. Я думаю, что так мало ДПС, что ли? А как броня повышает ДПС? Талант, фурик. Вара талант, вести от брони ап. Понял. БДК также. Правда, на него намного лучше, но... Ну что? Где дождь самурая? Тут? Костя... Ты тут? Ой, ничего. Ну чё, бомжи без фласок, нахуй? Я не понял. Идите. Олег, я слушай. Не буду Гера. Дайте нам один свет. Сука, бурс проебал. Ну это уж давало стерео. Почти этого рога передамаживаю пока что. А. У меня яда не было. На масле. Я ебло. Немножко тут.
Мне похуй, выбегай. Я не побегу. Выбегай, я думал, все сбегаются. Топясь нахуй не пиши, ёбаный. Без раги не хватает. Ой, это ты горн будешь играть, или? Там стоит какой горн. Это горн вроде больше нет. Нет, одиноко. Да. Ну, чем-то там на броню, это... если аура... На Волмана на Больте, пожалуйста. Сейф Волману, сейф Волману дайте. По 23 тысячи шибет. Это он еще не вдыхал. Дал сак. Успеваем. Ну, 3 ляма ага. Вроде. Сколько там 200 рей? 20. Дай-ка подкатиться. Бабл стаки вроде скидывать, не? Да. Скидывает, скидывает. Да вроде успеваем. Даже такими бомжами, блин. Ну ты не обобщай. Ну ты один из первых, ёбаный врут. Ну это да, да. Мне кажется, вот знаешь, вот этот крыска. Охуеть. В смысле? Это чё такое? Я чё? Хит. Он на меня плюнул, если что, понимали. У нас милики, если что, по карману всё. Сейчас забираю. Истерию дашь? Вой, ты почему ты не давал мне истерию, когда я была первая по ДПС за ДТ? Когда это хуй было? Не знаю, в каком интернете. Как он, блядь, меня плюнул, объясните, пожалуйста. Потому что у нас мили рейд, алло. А чё, сколько РДДшников нас, чтобы он плевал, Ник? Меня блайнд. По-моему, 3 или 2. 3, по-моему, надо в десятке. Блядь, понятно. Короче... В рейде нет РДДшников, подыщи мод на РДД хил. Блять. А кому здесь нужен квест на это, на профессора? Мне. Мне нужен, но мне не критично. Мне пофиг. И встань, возьми кружечку, налей холодной водички и запей, блядь. По-моему. Ну, моя слезни, твой босс. Ну, я имею в виду, кто может, если что, перейти, ну, перезайти на профессора нормальным персом? Ну, типа да, чисто на профа можете на основу прыгнуть. Какого-то хила я подойду. Я, короче, еще недолго буду. Мне уже 4.15, так что думайте.
еще побыстрее надо. Кто на боссе? Войд? Я. Войд на боссе. Войд на боссе. На него напульюйте. Давай стрелись, лезь. Рисёнок. Я икнул. Да ладно тебе, блядь. Опять пельменем, небось, подавился. Алёна обожрался. Да. Алёна есть, а пива нет. Нету демона в рейде, блядь. Ретрик не пытается. Какой демон, блядь? Что такое мутировавшая инфекция на вас? Слизнёк. Это нужно с рейда выходить сразу. Я обычно так думаю. Ну, в ложе умирать. Нет, там в ложе выходишь и скидываешь. Меня атакует какой-то маленький пиздюк. Лекс, не бей его на. Ты чё, охуел, блядь? Сам дальше убивай, блядь. Давай. Нежный рог под лицо, босс, подойди, сведи. Угу. Есть уже два дебаф? А, вижу Валмана, вижу Мастерова. Лекс, ты чё стоишь? Я обиделся. Ты заебал, блять, мы его никогда в жизни так не... Хуй! О, ну все, видите, вот смотри, нужно, короче, вот так в лужу выходишь. Блять. Перестак. Скоро пятый. Ты пятый? Первый. Второй. Два багера. Ах, хрень какая-то, да. Забагался. Что-то угодят сегодня. Что вы делаете? Он стаки сбрасывает, все нормально. Вот это понял. Блять, сейчас заброшусь. Вот, считай, смотри, тебя на робу. Бери вот этот дрын. Двуручный, блять. Да. И понял, я буду намазать. Квест, никто не сдает квест, нахуй. Все подбежали к мобу и стоим, ждем. Да я поэт. Кто сдаст, ГП не пожалею, дам, нахуй. У меня нет квеста, мне похуй. Ну, в смысле, я сдохну, тут лапули поэт. Тебе надо подбежать к мобу, тебе засчитается квест. Да это я в курсе. Я про то, что типа, чтоб не уебывали, что я первый пришел. Кричали, не сдавай. Сейчас рыбу обгоню. Ну-ка, блять. Куда спиты юзанул? Вы превысили скорость. Вы арестованы, блять.
позор, полиция ворует, да? Это как... Бля, я забыл где. Ну, короче, это в какой-то стране, бля, так, короче, говорят. Где хорошее самое пиво, блядь, продается? В какой стране? В Чехии. В Германии. Вот, это, не, это вот в Чехии так говорят. Украина. Нет. Полиция ворует в Чехии, да. Или там, девчины даром, там есть такая, о, короче. Так что делаем? Кто что будет? Ага, вот тебе кольцо на ретрика. Хотел, бля. Тебе турбойс надо, а то я ретрика одеваю. Да на. Я давай ему. Ну дай мне его лучше с дизеля. Спасибо. Ты со мной сделаешь холипала, блядь. Идите в жопу, блядь. Какой холипал, дайте, блядь, по ДДР. Еще потанчить могу, блядь. Так, кто-то налево, пойдите трубу изните. А я иду направо вижу. Вы серьезно проху пошли? У меня не прокачан бег. Вы что, серьезно, на профа хотите такой, с таким составом идти? Там танки попадают. Вот еще ладно, вот этот волна турбо. Волна Шушкина. Ну такая на третьей фазе, что он, думаешь, не убьет? Тут дело не про третью фазу, наверное. Ну вообще разговор. Тут дело в том, что мы слизнение убьем. Слизнение, да. Ну это ладно, я уже типа на позитиве, что мы доведем до... Ну решайте, мне это похуй. Выходите на основ. Рекс перезашел. Ну типа на одного босса там перезайти, еще на Лану можно. На Синдру или Чапа. Идем на этот, блядь, на Вальку. Гениально. Зачем я тогда КД вешал на двух боссов, которых мы бы и так убили? Потом допринесем, не переживай. Да, это как на прошлой неделе. Я проходил уже эту игру, блядь, я знаю. Правда, мы трэш не задамажим. Она что-то знает, блядь. Так, а еще раз, кому нужен проф? Алисе и... Я прошла Ванишу под Ванькой, она меня не заметила. Вот лохушка. Лучше умереть сейчас, чем опять... Алисе только, по-моему. Турбо еще не знаю. Или закрываю. А, он турбо надо, да. Мне нужен. Но мне не... А крыске нужен? Я и говорю, мне нужен, но мне не обязательно. Короче, четырем человеком нужен, да? Так. В принципе, я могу зайти на друида. Сейчас приду. И если ты зайдешь на своего вара, то я думаю, мы профа убьем. Хотя бы для двоих. Вара? А есть кто-нибудь тот, кто там вдаль пиу-пиу делает? Нет такого? У дочки самурая есть отличный лок. Не, так я могу похилить, а этот, а Шансунг будет пиу-пиу. Ну, типа да, я могу в РДДшника. Самый красивый трансмут на половину вот этот. Ульда 10. Потом Вальку захилим, потом подумаем. Чё, дочку, да, ушла. Стоп. Крикса, ты что, на сове пойдешь? О, Юлька, слышишь, а у меня есть этот для тебя палка. Для твоего трансмута. Держи. Она, кстати. А, тут мечи в дробящее не транс. Да, можно. Трансить можно, там зависит от уникальности или чего еще. Иногда. Короче, бывает. Падает в каре 60. Седьмая или 70-я. Он за сову зашел на принцов. Ну, потом покажешь. Она что, огненная тебе? Если что, его надо сумонить, ребят. Она как раз такого цвета, вот как с этой, красно-черной и желтым и оранжевым. Спасибо. Ребят, вы... Плащ месть Тибу, смотри. Самая хорошая пушка. Красивая. Слушай, я знаю даже, что это за пушка. Это, выйдите кто-то на сумон, потому что я не вижу никого в ледяной коробке.
Я тоже делал реп с клинками какими-то там. Черного клинка. Да. Как я люблю этот трансмут. Семейка. Ну, полудинский трансмут, это такой фиолетовый. Ну, ты, наверное, знаешь. Хрустальные кузницы, да. У меня такой на Пандаре транс. А мне больше нравится вот такой, какой у Юльки, и под него как раз вот эта дробяшка, то, что я говорю, и щит с этого, с огненные недра, с кирпича, с каменного элементаля. Я понимаю. Я все трансмуты знаю, но паладин не представлю. Ну там круглый такой тоже, оранжево-черный. Да, да, да. Бля, я тоже знаю все трансы на паладина, а... Хуйню вы знаете, блядь. То, что у меня шас, нахуй, охуенный, только про на эльфийский. Иди, подрочи, хули ты какой злой. Чё я злой? Нормально. А ты, я почему таким злым был? Потому что у меня велосипед не... Давайте скинемся мастера на велик. Я думаю, лучше надо мной... Не, я думаю, на ту штуку, которой Твися пугает всех, ему скинуться надо. А ему она зачем? Я его буду использовать как насадку? Для успокоения нервов. Да. Алиса, когда себе берсу зачаришь на эту пушку? Хотя на эти пушки говно. Когда деньги будут? У тебя, блядь, голда на ТК была, да? Мне еще это кожу нужно качнуть. На 32-й пушке жалко чарить берсу. Ну да. Не знаю, блядь, я уже 5 раз нахуй перечарил навара, блядь. Как минимум на мангуста, нахуй. С мангуста на берсу. Походу опять мангуста буду перечарить в берсу, нахуй. Зачем ты себе воятель взял? Воятель? Потому что у меня говно было на мастерство, я добрал мастерство другими шмот. Плюс там урон от пушки больше идет, чем даже у грани. Плюс 3 сотни. Я, кстати, буду, наверное, ролить воятель Кер. Главное, я его забрал, так что... А у нас, говорите, нахуй, у нас нету этого, блядь, совы, совы в гильдии, вот есть совы, все нормально. Бля, блядь, она... я... Вообще-то это горды носить. Я ебал. Чё, все тут? Войд, где? Войд, Войд, проснись. Войд, походу, уже спит на клавины. Сейчас приду. Да, обосрались. А я и не сплю. Войд, это гражданин, который в поезде, да, ехал? Так, сейчас надо... А, ой. Думал, сейчас надо производить ритуал. Я думал, мы на принцов пойдем сейчас. Раз уж у нас сова появилась, надо... Убьем Вальку, пойдем на принцов, все нормально. Как говорится, не убьем, а захилим. В этом случае убьем, нахуй. Истерию книгу эту всю. Как же мне хуёво, ребят, помогите. Спасаю, на. Так, блядь, чё, он из... Если так... Ой, блядь! Иди ты дэш, зубы да. Нормально. Охренеть, ему ещё и зубы. Ты ещё хуел бы. Мне максимум только вы зубы могут дать. Ты что, зубная фея, что ли? Тогда уже за зубы. А в рот не хочешь? Гвоздей? Жареных? Да-да, будешь? Есть. А есть? Ладно. Да, блядь, пошли, отсыплю. Ты сейчас так, типа, кровать поскрипела или что? Да что-то меня конкретно пиздит. О, спасибо. Да не надо.
Да что она ко мне доебалась? Советский цирк. Где сильней? Без труселей? Без труселей. Блин! Бомяне. Давай лети быстрее, пока бьем только первый трак. Я еще вниз спустил. Кто-то меня хочет. Шо это, блядь? Тут ястреб, сука, жирнее, чем остальные мобы, которые его призывают. Дживс, подарок для них есть? Тебе вас. Он платный. Ну да, 20 голды заплатил, блядь. Чисто, за проход. Хозяину 20 оплатишь. Хозяйке. Ну сортиры по 15 стоят, а это 20. Прикинь? Я в шоке, блядь. В смысле 20? 20 голды взял с меня. 20 голды. Блядь, я в шоке, нахуй. Ля, ля, как салу задобрил. Идите, ПС-ку даю, чтобы осталось. Нету этих. Ой, зря вы это сделали, блин. Еще, сука, в обычке не дается станом. Нам пизда. Да у нас окна. Выпьем за упокой. Ты очень быстро умерли, даже бог себя отдал. Давайте делаем. Нам пизда. Ну завтра, может, они трэш убьют. Войду сейв дайте. Давать нельзя, да? Нет. А Крикс встал. Твинси без маны. Хилы, в принципе, тайна мало. Хилю Вайдан. Подожди, сейчас же весь трэш оттрясается, да? Дал диванно. Топчик. Поможет либо это или нет? Заодно проверим. А Винс нас не пустит, да? А, сейчас может багнуться Винс, нахуй, если Крок умрет. А чё, у вас бой не пускает, что ли? Нет. Когда на этом трэш уже второй, который на лестнице идет, его Винс не пустит. Еще первых две пачки пустят. Остальные нет. Предлагаю идти на это. Снимай ему нахуй. Ты чё, я фурики не буду стойку менять. Я лучше вот так сделаю, вот так вот. Все. На принцов? А, типа, на, на принцов придем, тоже на трэша сверху вайпнемся, типа, давайте. Не, пойдем. Я спать. Понял? Крикс просто так себе КД. А, типа он что, пойдет куда-то на это сегодня? Пойдет. Ну чё, Ро? Просто пол пятого утра уже заебался.